Наркотики стають дедалі популярнішими. Сьогодні поговоримо саме про них. З вами в студії Вадим Дмитриченко, гість нашої програми, психотерапевт, нарколог Василенко Віталій Іванович. Доброго дня. Пане. Розкажіть нам про свою діяльність. Ким ви являєтесь? Я руковожу Запорожським психотерапевтичним наркологічним центром на протяженні вже 40 років. Займаюся проблемою алкоголізм, наркотики. и одновременно э, занимаясь проблемами зависимости, игровая зависимость, все виды зависимости. Э, методика запатентована, методика э, построена на том, чтобы жестко, агрессивно воздействуя на психику, вводя в состояние, убрать вот эту доминанту или разрушить субличность алкоголика, наркомана. Это выглядит со стороны... Иногда шокирующе, иногда очень неприятно, но в этом состоянии реально мы добиваемся того, что происходит не кратковременная ремиссия, а полное излечение. То, что пациенты находятся, вводятся в трансовое состояние, это значительно глубже нежели обычное гипнотическое состояние, которое через время может угасать. Это внушение сохраняется на годы, на десятилетия, и реально я могу, и весь коллектив может заявить, это излечимо, считается хроническим заболеванием, но ряд хронических заболеваний оперативно излечивается раз и навсегда. Точно так же и здесь, без операции пациент избавляется от тяги, от мысли, от воспоминаний. И реально воспоминания кайфа прихода это полностью подавляется. Лечение комплексное, лечение довольно длительное. И в последнее время приходится сталкиваться с тем, что изменился наркотик. Появилось очень много препаратов, которые действуют на психику быстро разрушающие и препараты, которые действительно превращают человека буквально в растение, в овощи. То, что я всегда называю человек без лица. И в силу этого, и в силу того, что сейчас в стране из-за войны сложное социальное, экономическое положение, если раньше достаточно было одного курса, и пациент уезжал, мы знали уже, это бывший наркоман, сейчас необходима поддержка на протяжении двух-трех курсов, и одновременно мы ввели это ноу-хау, так называемое лечение, отдаленное дистанционное онлайн-лечение через интернет. Качество практически то же самое, и результаты дают возможность нам поддерживать на протяжении довольно длительного, год-полтора э, пациентов, контролировать их, и курировать. То есть в этой науке нужно с каждым годом находить что-то новое и постоянно все изменяется. Так? Так. Скажите, э, где находится ваша клиника? Э, город э, Запорожье, э, центр города, проспект Соборный, 88 это одна клиника, чьи филиалы где по Украине. За... Смотрите филиалы, меня очень часто спрашивали и ну, предлагали открыть филиалы, но сложность в том, что я сейчас работаю с учениками, а для того, чтобы обучиться этой методике, времени не дни, а месяцы, иногда годы и происходил очень тяжелый и серьезный отбор тех, кто могут работать, способны вводить в это состояние измененное. Это действительно не классический гипноз. Это действительно требует такой мощной отдачи, такой такого сильного погружения, что пациент действительно реагируя на эти сеансы, избавляется от алкогольной или наркоманской. Ви почали говорити про навчання в вашому центрі, підростаюче покоління, так як мовити, готувати. Добре, про це ми думаю, що повернемось до цього поговоримо. Зараз хотілося дізнатися, в країні така ситуація, війна, і я думаю, це стає приводом для збільшення кількості вживання алкоголю і так само для вживання наркотиків. Розкажіть, чи є ситуації пов'язані з війною? Як наразі ця ситуація відбувається? Як... Ну, останні роки годи... великому огорчению, рост э, наркозависимым алкоголизма, причем явный, выраженный. И я уже повторяю, сейчас масса, практически за, поспеть за ним невозможно, масса наркотиков, которые относительно дешевые и в то же время губительно, настолько страшно действует на мозг, вот могу пример проводить. Мы всем пациентам проводим энцефалограмму обследование. Энцефалограмма, там биопотенциалы, определенная кривая рисуется в разных отведениях, разная. А вот так называемые быстрые наркотики соли, даже Канабиноиды, канапля, и та, она туда добавляет что-то из этих быстрых наркотиков. Так вот, после них практически на энцеплограмме, видишь, ну, как одну ровную изолинию. Вот в фильмах, если обращали внимание, смерть остановила сердце и угасает кора мозга. Вот примерно такое. Еле-еле видны зубцы. Это... Я не сталкивался никогда с этим. Соответственно, и человек эмоции, чувства, интеллект, все это настолько глубоко разрушено, это не значит, что раз и навсегда. Через время мозг пластичен, мозг обладает большими запасами, и через какое-то время есть возможность, что это восстанавливается. Но это требует времени, это требует усилий, это требует особо уже немножко другого, отношения и лечения, коррекции вносятся постоянно. Uh -huh. Ну, скажите, самое про то, кто повертаются с войны, чи есть такие ситуации, что им потребна помощь ваша? Uh, я с большим уважением и всегда преклоняю голову перед теми людьми, которые ушли на фронт, воюют, и пришли оттуда, и я и буду относиться с уважением симпатии этих больных довольно много так называемый вьетнамский после американской войны афганский синдром синдром ну а то это все-таки война это сложный комплекс когда человек коверкается психика когда человек возвращается постоянно к тем событиям прошлого, они в снах, они иногда в с... наяву приходят, они не дают возможности общаться, они иногда приводят к тому, что человек изолирован либо в страхе, либо наоборот в тревоге, в напряжении, иногда доходя до ярости, иногда суицидальные мысли, мысли о самоубийстве, и зачастую вот такой простой способ, ну, советует выпить, забудешься кто-то предлагает наркотики, и вот зачастую приходится сталкиваться с тем, что после войны человек э, приходит либо к алкогольной, либо к наркотической зависимости, и приходится лечить. Лечить одновременно и вот это психологическое состояние, э, методов там очень много, там и индивидуальная психотерапия, и когнитивно-поведенческая, и э, я хотел попроще, у нас лечение построено на том, что мы вводим в транс, и в трансовом состоянии оживляем вот эти все воспоминания Бастриона, которые в глубине подсознания. Человек заново переживает вот этот запах войны, страх, ужас, кошмар, и во время сеанса вытесняя вот это все, негатив, весь этот страх и ужас, ты освобождаешь человека от этих переживаний становится легче. Затем есть тоже методика, когда молниеносно вводишь так называемый молниеносный гипноз и даешь так называемый ключ к тому, чтобы ты мог какое-то слово ключевое, какой-то жест, еще что-то, ну, у каждого свое слово, чтобы он мог. Или счет. Мог вводить себя в это трансовое состояние. И в трансовом состоянии плохое, вот эти то, что он может нахлынуть и действительно сводить с ума. Плохое сразу же переключается на что-то приятное из твоей жизни. То есть методик много, но самое главное, что это помогает, это действует, это дает эффект. И таких пациентов... Приходится лечить и одновременно зависимость от наркотиков или алкоголя, и одновременно последствия того, что наделала война, последствия того, что человек выпал из социума, выпал из э, реальной жизни, и дать возможность ему реабилитироваться, восстановиться. Для этого иногда э, месяц, а иногда месяцы нужны. И по поводу так называемого я уже... Говорил перед этим онлайн или дистанционное лечение вот тут как раз очень уместно, потому что я долго думал, как в отношении открыв... открытия филиалов, как помочь большему большему количеству пациентов. Раньше клиника была ориентирована в основном на дальнее зарубежье и Россию. Я не хвастаясь и не привлечу цифра излечившихся 80-85% было. Это ну нереально высокая цифра. Поэтому ехали из-за границы, даже без знания языка ехали из России, Украины было меньше. Сейчас, когда началась война, и россияне стали врагами, ну и по сути дела боятся ехать. И действительно боятся, что тут их чуть ли не убивать будут европейцы, иностранцы тоже. Украина, я сейчас работаю в основном на жителей Украины, и в то же время, чтобы оказать доступную помощь, для того, чтобы оказать большему количеству помощь, вот это так называемое онлайн-лечение онлайн и проводится. В то же время, вплетая в эту речь, я хочу ну, предложить, у меня есть ученики, пять учеников, которые прошли очень строгий, длительный отбор. Сейчас я бы хотел предложить амбициозным людям, врачам, которые хотят работать, это действительно, могу сказать, такого нет нигде. Конкурентов у меня не было, и до сих пор считаю, что нет. И когда я говорю о излечении, это меньшая часть врачей-наркологов говорят точно так же об излечении. Если говорить о том, что это хроническое заболевание и на время пациент выходит из него, но все равно возвращается подсознательно, где-то мысленно или неуверенностью в себе ты внушаешь, что это как клеймо на всю жизнь. Ты наркоман, а я считаю, что уезжая оттуда из нашего центра, ты уже, уже уезжаешь. бувшим наркоманом, тим же кем був алкоголіком, яким ти був до прийому наркотиків алкоголю від того моменту, як людина прийшла до вас і коли вона вже пішла від вас, скільки проходить часу приблизно? Індивідуально по-разному. Кому-то достаточно 3 тижні і вже далі переймеш. В чем проявляется появля это пережмешь? Сами сеансы идут по нарастающей ежедневно, все более мощные, все более сильные, все более активные. Во время сеанса пациент на дает реакции иногда психические, иногда эмоциональные, чувства ужаса, слезы, вопли, крик, стенания, иногда эпиприступ. Бывает так называемое измененное состояние, глубоко измененное, когда он в сумерках, он практически не ориентируется в окружающей обстановке. Но это необходимо для того, чтобы достать вот то, что как заноза глубоко-глубоко в подсознании сидела, алкоголик, наркоман, игрок, достать то, что сидело после войны, вот эти страхи, вот эти кошмары, ужасы, оживить и выбросить. Mm -hmm. Скажите еще методы коликувания стационарные и методы коликувания онлайн. Вид разняется чем-то? Uh, онлайн это мы где-то на протяжении года тестируем, работаем. Uh, я в начале онлайн uh, методику создавал, как лечение абсолютно самостоятельно на дому. Сейчас немного пришлось пересмотреть вот это отношение, потому что сам по себе пациент, страдающий алкоголизмом, наркоманией, ленив, мало инициативен, и должна быть очень сильная мотивация, чтобы пациент действительно на протяжении 20-30 дней ежедневно, а там расписан каждый день. Там идут общения через э, веб-камеру, одновременно идут э, группы, идут тренинги, идут эти сеансы, которые ты прослушиваешь наушники, перед тобой монитор, потом закрыл глаза, и ты входишь в трансовое состояние. Для некоторых э, пациентов э, наяву они выстраивают барьеры, потому что реакции могут быть ну, крайне тяжелые, неприятные, зрелищно неприятные. И вот эти барьеры мешают им раскрыться. Когда же перед тобой монитор, наушники и голос, и ничего, и никого нет, здесь они раскрываются больше. Так вот, лечение онлайн, только то, что требует непосредственного контакта, этого нет. Я сейчас в большей степени онлайн лечение провожу в качестве продолжения, продлевания лечения стационарного. То есть профилактика уже после стационарного. Продолжение. Да, не, даже не профилактика. Это серьезно, это нормальное полноценное лечение. Это не то, что вот по телевидению показывали гипноз, но это эстрадный гипноз, не более того. А тут лечебный сеанс. Идут в гипнотарии, работают врачи одновременно на расстоянии десятков, сотен километров воспринимают этот сеанс пациент точно так же. И те же реакции могут быть. И обратная связь должна быть. Рядышком должен быть кто-то из сопровождающих, чтобы, увидев какую-то тяжелую реакцию, молниеносно позвонил. Тут достаточно голоса, достаточно просто, чтобы показалось лицо или по телефону, и пациент выводится из этого состояния. Это сейчас в большей степени онлайн-лечение, как закрепление, поддержка, и сопровождение пациентов на протяжении, чтобы добиться того результата. Потому что в последнее время, я откровенно могу сказать, 85% цифры этой я не могу достигнуть в силу того, что война обесценила сама жизнь. Социально очень тяжело, экономически тяжело, сложно. И последнее, опять говорю о том, что изменились наркотики. Наркотики раньше вот так, они все убивают, они все э, приводят к тому, что человек э, уходит вначале в социальном плане, а потом и в физическом из жизни. Но эти наркотики, вот теперьшние, они очень быстро воздействуют на психику. Практически от человека остается ну оболочка, и там достучаться. Если раньше хватало 19 дней, все, и уже пережимаешь пациент на обычную таблетку, э, у него уже реакции, он ну, вплоть до судорог, это ненормально. Э, а сейчас иногда и дольше, или иногда приходится этап, через 3 месяца предлагаешь, онлайн слушаешь, на 10 дней на закрепление, через полгода еще раз на 10 дней на закрепление и через год чтобы добиться действительно того результата, который был, есть и который я уверен. То есть это можно назвать профилактикой уже после лечения, так? так? Угу. Скажите, какие у вас планы на будущее? Что планируете? Я очень хочу открыть филиалы. Вот филиалы реально открыть невозможно. Ученики учились месяцы, а... Самый лучший ученик учился несколько лет 5-6 лет учился. Так вот, э, э, планы на будущее, филиалы, онлайн-филиалы э, в других клиниках есть клиники, которые ну, лечат каким образом снимают физическую зависимость, это ума большого не требует, и изоляция. Вот, как раз вот там и э, проводить психологическое лечение онлайн, я приглашаю врачей из тех клиник, чтобы они ознакомились с методикой, чтобы посмотрели на его, приехали, что это из себя представляет. И затем э, те же сеансы в наушниках или через, э, через, перед монитором, или как у нас большой экран, а потом глаза все равно закрываются. Получать эти сеанси у себя вже в центрах. Я буду уверен, что закрыты, они находятся під присмотром. Там уже лечение, психологическое онлайн, -лечение. будет проводиться на дому, сложность лень. Ну, на жаль, час ефіру підходить до кінця. Я нагадую, що з нами в студії був гість програми, психотерапевт, нарколог Василенко Віталій Іванович. На цьому у нас все. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і побачимось.